медицинского осмотра перед рейсом начинается утро всех работников Барнаульского горэлектротранса, в том числе Евгения Матрохина. У водителей замеряют давление, оценивают общее состояние. Все должно быть в норме, ведь каждый из шоферов отвечает за жизни десятков людей. После осмотра врачом оценка состояния автобуса. Нового. Свежая техника сегодня стала реальностью, и в том числе по этой причине Евгений ушел от частника в муниципальное предприятие. Это интересная работа, просто как бы ты наблюдаешь за людьми, как они вот, ты их везешь на работу, там, с работы, и люди благодарны тебе, то, что ты все-таки доставляешь их из пункта А в пункт Б, и как бы, ну, приятно самому, что ты приносишь пользу своим горожанам. У муниципальной организации, говорит Евгений, есть и другие неоспоримые преимущества по сравнению с частниками. Прежде всего, льготный стаж, который позволяет раньше выйти на пенсию. И зарплата в 80 тысяч рублей, а с переработками и все 100. Сейчас спецоценка условий труда проводится, будет у водителей вредность, получается, зарплата официальная белая, вся без, получается, выплат. Полностью получается у нас соцпакет. Фиксированная зарплата, возможность полноценно отдохнуть между сменами позволяют избежать гонки на маршруте, которые нередко в погоне за пассажирами устраивают водители частных машин. Я вот сейчас с утра выехал, сделал полтора круга, и у меня целый час обед. Вот, то есть времени предостаточно, чтобы отдохнуть, покушать. Потом еще круг сделал, у меня еще целый час обед. Я думаю, что ни на одном маршруте такого, ну, просто нету, чтобы человеку столько отдыха предоставлялось. Такие перерывы необходимы, считает Евгений. Они позволяют избежать нервных перегрузок, с которыми неизбежно сталкивается водитель во время каждого рейса. Частые пробки, множество опасных ситуаций на дороге, а порой просто раздражительные пассажиры. В последнем случае очень выручает налаженное взаимодействие с кондуктором. У нас бывает поток пассажиров, что много очень, и водителю задние двери не видно. Я ему или рукой махну, или скажу ему, что там бывает, что бабушки, дедушки, я помогаю выходить или заходить, чтобы он видел, знал, предупреждает. Один из самых востребованных в Барнауле маршрутов «Единица» сегодня полностью укомплектован водителями. Чтобы возобновить работу «десятки», необходимо пополнить штат предприятия водителями и кондукторами. Их городской пассажироперевозчик очень ждет. Он готов создавать все необходимые для нормальной работы условия. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.